выбирать аж нет. А это песок уже укладывать его не будет. Сегодня мы проводим первый раз в нашем городе ярмарку выходного дня. В ней принимают участие товаропроизводители сельскохозяйственной продукции Приднестровья. Ввиду исключительности месторасположения города Бендеры, это не так просто сделать, но спасибо организациям, которые производят сельхозпродукцию, приехали к нам, чтобы порадовать наших горожан вот в этом микрорайоне. Принимают участие село Ближний Хутор, Чобручи, Незавертайловка и близлежащие села. Многие хотели бы приехать к нам, но ввиду удаленности месторасположения и больших транспортных расходов они себе не могли позволить, по крайней мере, в эти выходные принять участие. Надеемся, что в последующих ярмарках выходного дня, которые мы будем проводить в других микрорайонах города, откликнутся товаропроизводители и будут нашим горожанам привозить сельхозпродукцию, выращенную ими. Это очень хорошо. Вы довольны? Вы купили что-то? Конечно. Да? И главное, договорилась, что если они когда еще привезут, можно и надо. А что вы хотели, купили сейчас? Купила баклажаны и перец. Дорогие? Дороже? Нет, нормально. По нашей пенсии. Дешевле, чем на центральном? Конечно. Ну там, как увидишь, отлично. Главное, что рядом. Все дешево, да. Спасибо, молодцы. Да. А что купили? Перец я купила, вон видите, как красивый перец купила. Арбуз купила, яйца очень вкусные. Да. А цены как? Цены нормальные, конечно. На базаре помидоры дорогие, а здесь хорошо. Да. Слава Богу. Я вообще довольна, я вообще, господи, даже нам не верится. Что ну, это так, самое. Части нам, бы так да. Конечно, да, выходные бы привозили бы нам, мы рады были не перец, аж город. А в следующий раз, когда приедут еще? Нам трудно сказать в следующий раз, потому что у нас же не один район в городе. Нам хочется, как бы, чтобы каждый район всех охватить.